Что учесть при проектировании шкафа-купе, чтобы дома был идеальный порядок? Самое важное – это в какой комнате планируется расположить шкаф и какие вещи будут в нем храниться. От этого зависит внутренняя компоновка шкафа. Но есть и несколько универсальных советов. Первое – предусмотрите секции для хранения гладильной доски, утюга, пылесоса, сушки и чемоданов. Теперь они всегда будут скрыты от глаз. Второе – антресольная полка. Обязательно для вещей, которыми вы будете пользоваться крайне редко, например, сезонные, как сноуборд, а также контейнеры и коробки. И третье – вне зависимости от того, будет шкаф в прихожей или спальне, предусмотрите отделение высотой 1800 мм для длинной одежды и 1200 для короткой одежды.